Ну что, всем привет. Какая пятая серия у нас тут намечается? Давай. Возобновить. Так. Налево ты можешь? Вот так вот, налево. Не, все-таки его можно взорвать. И чё? И куда? Ох ты ж! Да, с одной полной очереди можно. И куда, и чё? Вот это мне нравится. Вот это я люблю. Сюда? Не, не сюда. Ну, явно отсюда. Вот так вот, вжик, и туда. Ну, как туда попасть? Объехать эти ворота? Так, ну здесь опять намек, что типа иди пешком. Иди, мать его, пешком. Не, ну пешком-то я сюда пройду. Ага, я понял. Все понятно. Давай помаленьку, аккуратненько. Ну, я так и понял, что здесь тупик. Тихо. И чё тут? Ну окей, припасы, это я понял. ХПшка, это я люблю. Ладно, фиг с тобой. Вертолет? Где? Thank you.
Не, поехал отсюда. Давай ты ей звонишь. Все, 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 давай, падай, падай. Вот так. Что, все? А с тебя там ничего не выпало? Не, ничего. Ну, хпшку подобрал уже хорошо. Давайте двигать отсюда. Ну, тут еще хпшечка лежит, да? Броника. Сколько у меня? 75 ее. Ну давай еще сюда съезжу. Вот теперь соточка. Вот теперь отлично. Типа, перемахни туда, да? О, аптечка. Вот теперь прям вообще шикарно. Так, что-то я пока не вдупляю. Там понятно было. Может, я плохо разогнался или что? Я попробую ворота открыть съездить. Ну, подожди-ка, это вышечка. Давай, вылазь, 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 вылазь. Опа. Полезли. Просто хочу сесть сюда, чтобы узнать, что там. А ничего, тупик там. Сам же видел его с другой стороны. Попытка номер два. Все. Все? Все? Двое?
Угу. Эти ракеты есть? Гранатомета нету, да? Опа. Не, нас точно к файту готовят. И чё? Возможно, я сейчас выйду и что-то будет. Эй, кто-нибудь? Ладно, так, вертушку я уничтожил. Это вот была задача. Дальше-то что? Дальше, дальше. Сюда? Оп, видели, ЧП. Блин, все, хочу пешком пойти. Уй. Угу. Ну, мне, короче, так понимаю, просто плотину открыть. Ага. Все-таки как я и думал, да? Ладно, давайте прогуляемся. Можно было, короче, там этот... Не запетривать. Прям наверх его там. Можно было там снизу кинуть его и все. Давай бегом, бегом, бегом. Че ты бегом не хочешь? Ладно, давайте медоти более помедленней. Медодативней, как оно там говорится. Ну почти. Давай еще раз. Ну все, ну все, ну дайте слезть, дайте поиграть так. А я что, не могу? Гордон Фриман не умеет плавать? Умеет. Давай. Поплыли, поплыли, поплыли. Thank you.
Ну, честно говоря, похоже на ловушку. За сканирование. Мы не можем рисковать. Доктор Фримен? Гордон Фримен? Это вы? Вы добрались так быстро? Представляю себе изумление и облегчение Элая. Я доктор Мосман, Джудит Мосман. Я слышала о вас задолго до инцидента с черной мезой. А, черная меза. Я так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в них величия. Ага, вот так. Теперь можно пройти. Я отведу вас к Элаю. Он мне не простит, если я вас задержу. Нам точно нужна дополнительная помощь. Мы много сделали за последнее время, но все шло бы быстрее, будь у нас больше людей с твоим опытом. Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации, что пока недоступно Альянсу. Элай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабияу. Но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями. Да, послушайте меня только. Я говорю, как юная аспирантка. Не могу поверить, что наконец-то мы будем работать вместе. Так о чем это я? Ах, да. Доктор Клайнер добился такого зен-сжатия, что никто в черной мезе не поверил бы. Мы выяснили, как использовать зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство, так что можно облететь вокруг пограничного мира и вернуться, не пересекая местное пространство. А вот и Элай. Молодец, продолжай в том же. Элай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон Фримен, дай-ка мне взглянуть на тебя. Господи, да ты ни капли не изменился. Как тебе это удается? Так-так, в последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не черная меза, но тоже неплохо. Ну да. Теперь с Гордоном все будет почти как в черной мезе. Твоя правда. В наши дни выпускники MIT большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный халат. Сейчас я тут закончу, да, не, не посмотрю, надо. Что тут можно придумать. Доктор Фримен, это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Чувствуй себя как дома. Я понял. Что читаете? Ага. Понятно, понятно. А мне куда? Сюда? Не, не сюда. О, Гордон! В Артигонте сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я думаю, он побил твой рекорд, милая. Но Земля сдается. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Ну... Тихо. Эй, что вы делаете? Посмотри-ка на это, Гордон. Что это? А, это тот кристалл, который был. Похоже, первый Half-Life. Из-за него каскадный резонанс, что ли, получился? Не? Алекс. Так, ладно, я пошел.
Я не пошел. Я-то думала, ты на посту. Вортигонт отпустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил Тиристера Альянса. Ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчеты. Алекса, хватит же. Иногда мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? Пошли, Гордон, немного повеселимся. Погнали. Манипулятор энергополя нулевого уровня не игрушка, Алекс. Пошли отсюда. Паши, зануды эти. Итак, ты теперь знаком с доктором Мосман. Я провожу столько времени снаружи, во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной мезы. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Это старая дорога в Ревенхольм. По ней давно никто не ходил. И что, типа, пойдем туда? Пошли. Ты ж мне грави пушку хотела показать. А там что у вас? А, это сюда мы пришли. Давай, погнали. Вот мы и пришли. Это свалка. Это гравипушка, о которой говорил отец. Можешь называть ее манипулятором энергетического поля с нулевым уровнем, если хочешь. Она создана для работы с опасными материалами. Но мы в основном используем ее для поднятия грузов. Попробуй. Давай. Первый рычаг выбрасывает разряд. И можно сильно толкать предмет. Оказалось, что это удобно для разминирования. Вторым рычагом можно брать вещи, а бросать первым. Если ты что-нибудь поднял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Подними предмет и брось ему. Можно подтянуть далекий предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Не понимаю пока. А, понял все. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Пирамиду из мусора и забирайся наверх. Ладно. Ладно. Да, я позову пса. Он любит команду апорт. Пёс, ко мне! О! Пёсель. Хороший пёсик. Гордон, это пёс. Мой отец сделал его для меня, когда я была ребёнком. Первая модель была вот такусенькая. Но я его немного нарастила, да, пёсик? Хорошо, пес. Поиграй с Гордоном. Тебе понадобится гравипушка. Давай, пес, бросай. Давай, бросай.
молодец. Бросай еще, пес. Отлично. Еще раз. Поймаешь? Уй. Принеси мячик. Мячик. Давай, давай, бросай. А, вот мяч. Достанешь? Достал. И чё? Я сказала, что Зёс любит команду Апорт, но я же не говорила, кто будет ее выполнять. Давай, Апорт, Апорт. Можно дальше пойти? Нет, пес. Фу, песик, брось, брось это. Пес, что такое? Боже, что это было? Сканеры. Комбайны защищают территорию. Надо вернуться в лабораторию, Гордон. Слышно? Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо, вы двое должны. Папа? Уводи Гордона отсюда, идите на берег. Не идите через раф. Папа? Иди через Гавенхольм, я хотел сказать. Пес, открой шлюз, вытащи нас отсюда. Давай, быстрее! Разбей ее, если нужно, только открой! Хватит, пес! Давай, Гордон! Пошли! Ты там как? Гордон, тебе нужно уходить отсюда. Я не могу бросить отца. Пес, проводи Гордона в Ревенхольмский туннель и вернись ко мне. Быстрее. Ты типа со мной не пойдешь.
Ты что, разбился? И чё? А я понял чё. Полезли. Ох, мама. Лучше не падать. Много зомбаков. И тупиков. И убитых мужиков. Мужик, а чё тебя поднять не могу? Я дарю тебе освобождение. Понимаю, мне обязательно надо пошуметь, да? Не, подожди. Тут, наверное, мотивировкой можно пробиться. Ты же понимаешь, что тебе лучше этого не делать? Давайте. Двоих за раз. Света.
Хорошая машинка, хорошая. Не будем портить мужику ловушки. Не понравилось, да? А по летой? Тоже не понравилось. Отдай. Нет, этих говнюков я лучше так отстрелю. Смотри. Ну, конечно, давай сходим еще сюда. Блин. Угу. Я мог просто его зажарить там.
Я понял. Давайте сходим туда. Все, пацаны, удачи вам там в ваших начинаниях. Уи! Лови. Нет, давай тут пистолет лучше. Ух, все. У меня начинает садиться аккумулятор. Это значит, что серия скоро подойдет к концу. Давайте еще чуть поиграем. Буквально тут чуть-чуть пройдем. Паразиты, а? Ничего. А, рубильник. Давай, шкаф, двигайся. Шкаф. Все, мужика отпустило. Живучий гад. Ладно, что, давайте на этом закончим. Спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. До встречи в новых сериях. Ух!